Всем привет, ребят! Сегодня у нас коллекционер на китайском сервере моего подписчика Вадим аккаунт. Аккаунт новенький, как видите. Героев особо много нету. Сегодня идет коллекционер. Так, что у него тут есть? Купидон с пятой ремкой, фига себе. Прикольненько. Так, тыковка, понятно. С расколом третьим. Варлок, ну, в общем, ничего такого больше нет. Поэтому мы сейчас будем трэшевать здесь. Единственное, чтобы нам места еще хватило на этот весь трэш. Ну, попробуем. Так, золото. Окей, начальный аккаунт. Это я, наверное, зря сейчас забрал. В любом случае ему надо будет увеличить аккаунт, бездонатный, то есть это 28к накопленных самоцветов. Сейчас будем пробовать выбивать на такого вот коллекционера. Коллекционер очень интересный, за рогатку отличается от английского сервера, от русского, то есть тут получше плюшки идут. 15 слизней Арктика, слизни, ну, единственное, что здесь больше всего улыбает, это надо выбить там 6-10 бывает героев. И дают вроде, казалось бы, типа топовые плюшки, но карту дают третью. Но это просто нереально выбить. Я не знаю, сколько сам вам надо вгатить, чтобы выбить 6 РТшек. Но просто нереально. Вот Повелитель Бури 10 слизней скин дают. Офигеть. Ну, реально... кайфово. Ну что, поехали. Будем пробовать выбивать недостающие герои. Ну и уже смотреть, что у нас получится. Так, начало уже отличное. Огонь. Нам не хватает места. Отлично. Такс. Уже перелимит. Ну, ничего не поделаешь, давайте увеличим. Такс. 28 косамов. Мне б так жить. Шучу, конечно, так не надо. Но имба героя мы ему синих, зеленых уже выбили. Так, два слизня. Ледяха, имба герой однозначно. Короче, мы сейчас в погоне за синими и зелеными героями, я так понял. Так, ну, укротитель. Именно то, чего ему не хватало на новом аккаунте. Он сейчас просто его прокачает и выйдет в топ на архидемоне. Поехали дальше. Это просто жесть какая-то. Ниндзя. Мега ниндзя. Ну, у него укротитель, в принципе, есть уже. Повторочка на эволюции. Правда, не знаю, когда он их делать будет. Но пусть на когда-то останется. Так. Суккуб. Ну, такое себе. Так, там был слизняк. Что-то вообще печаль, беда. Зачем им эти коллекционеры? На русском еще падает, а здесь вообще просто... Купидон повторка. Суккуб. Ай, аж глаз закололо от увиденного роллинга. Кенди. Просто нужные имбы падают. Ну, сердцеедка, ладно, согласен. Пойдет. Смерть. Оу. Ну, черепок, я думаю, это реально для такого аккаунта
подойдет. Ну, блин, хочется какого-то имба-героя хотя бы одного. Хотя бы чуть-чуть. Ну. В общем, вот так вот жизнь боли, ребят. Не хочу я рулить на китайке больше. Бредняк полный. И ничего толком не упало, и... Ну, начальные аккаунты, не знаю, не особо интересно. Давайте откроем сердцеедку. Вот такой вот коллекционер. Так, кинди, череп. Не ахти. Что там у нас еще? Смерть, суккуб. Ну, посмотрите, это 28к, я не знаю, наверное, один из самых худших моих роллингов. Зато череп с бегом. Это радует. Кинди с берсом, тут вообще взрыв у нас. Просто, просто бред. Разочаровали меня такие роллинги. Все, в принципе, не буду дальше заморачиваться, сделаем короткий роллинг. Нету интереса китайки сейчас, не знаю. Гильдия русские, ребята, кто хочет, кидайте заявочки, вступайте. Завтыкал посмотреть, босс 19.00, думал, он не в гильдии. По Москве, багажка в 16.00 по Москве. Кидайте заявочки, вступайте, только я не понял. Бага. Хрен его знает. Ладно, такая вот гильдия, кидайте заявки, вступайте, но это реально полный трэш. Все, всем удачи, всем пока.